Анастасия Барсук начинала спортивную карьеру с классического волейбола. Позже стала тренироваться на открытых площадках на песке. С 2006 года девушка профессионально занялась пляжным волейболом. Мы сначала играли по России, потом начали выезжать за границу. Играли очень много мировых соревнований. Попали на Олимпиаду в 2012 году. Там сыграли. Это вообще был отдельный фееричный этап, ну, потому что это вообще совершенно другие эмоции. А Анастасия Петрова занимается уже 5-й год в волейбольном клубе «Заречье Одинцово». За это время за плечами немало побед. Через неделю спортсменку вместе с ее напарницей ждут соревнования в Орле. А в сентябре – финал чемпионата России по пляжному волейболу. Это все-таки немножко индивидуальный вид спорта по сравнению с классическим. Все-таки в классическом волейболе 6 человек играет, и там очень много зависит от прям команды. А тут как бы все зависит вот именно от меня с напарницей. И мне это больше, так сказать, нравится в плане игры, что все зависит от самого себя. Спортсменки – действующие чемпионы страны. Они регулярно делятся своими профессиональными навыками и опытом с ребятами из школьных команд. Для привлечения их к этому виду спорта, для популяризации, чтобы дети приходили, не боялись, вот, чтобы дети видели спортсменов высокого класса, чтобы они стремились, что они такие же люди, точно так же пришли детками, и вот что у них получилось, если каждый день тренироваться. Сейчас сезон пляжного волейбола в самом разгаре. Но даже после его окончания у волейболисток уже есть планы – готовиться к зиме. В этом году девушки стали призерами Кубка России по волейболу на снегу. Екатерина Крамер, Илья Павлов, телекомпания «Одинцово».